Мужчину, как ребенка, нельзя оставлять одного. Или залезет куда не надо, или выпьет, что попало. Так, что могла забыть-то еще? Можно на душу не стоять мне здесь? Я не стою. Просто не хочу, чтобы ты что-нибудь забыла и вернулась. Так, гель для душа, полотенце. А что вы там за два дня на своем форуме так испачкаетесь? Очень смешно. Прям вот очень смешно. Так, Коля, по поводу стиральной машины. Давай, не перепутай, пожалуйста. Слева порошок, посередине ополаскиватель. Не перепутай. Да тебя два дня не будет, я вообще-то не собирался стираться. Что-то я-то твои носки стираю каждый день и ничего. Слушай, я свои носки вон в раковине мылом постираю. Каким это мылом ты собрался в раковине носки свои стирать? Наташ, да любым, у нас там полно мыла. У нас в доме нет любого мыла, у нас каждое мыло для чего-то конкретного. Ну возьму мыло для ног, носки, это же ноги почти. Чё? Посмотри, вот если платье или костюм, вот если я вот выступаю, как лучше? Слушай, я что-то даже не знаю. Ну вот представь, я стою вот после экрана, если... Слушай, я не знаю. Чё это мы время тянем такие стоим? Кто-то, наверное, хочет, чтобы я опоздала на самолет и никуда... Платье! Что привезти тебе? Ой, слушай, да ничего не надо. Сама, главное, скорее возвращайся. Ой, фу! Как неправдоподобно-то, а? Вообще-то от души прям. Хоть бы порепетировал сначала. Ой, кошмар. Так, все, завтра приедет мама. Зачем? Еду тебе приготовит и цветы польет. А я что, без руки, что ли? Видимо, без руки, раз уже два человека в семье тебе так думают. Так, что, вроде все. Все, да? Вроде все. Что, пошла? А. Ой, забегал-то ты, посмотри, а. Засветился. Да ничего я не забегал, просто забочусь. Заботиться. Вдруг такси подъехало уже. Ну все, это, приземлишься, позвони, ладно? Нет. А что? А чтоб ты два дня вот так вот сидел и сомневался, уехала или за дверью, уехала или за дверью стоит. Пока. Все, пока. 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 Я буду тут жить как нормальный мужик. Без руки, блин. А, чё хочу-то ворочу. Оп. Ну, здравствуй, Николай. А, мама, здравствуйте. А вы же должны завтра приехать. Я и завтра приеду. Так понимаю, сидишь, ничего не делаешь? Почему это? Вот это, стираться собирался. В левую порошок, в среднюю ополаскиватель. А вы чё? Я цветы поливать. А-а-а. Приехала, мне Наталья сказала цветы полить. Угу. Угу. А я вот жду, пока вы польете и уйдете. У вас там мимо льется вон уже. Ничего страшного. Главное, чтобы тебе в рот ничего не налилось. Все, у нас три цветка дома только. Вот в этом твоя проблема. У вас в доме четыре цветка. Четвертый цветочек сейчас в аэропорт едет. Ладно. Я завтра зайду еще. Закрой дверь за мной. Хорошо. Куда ты собрался? Да никуда не собрался, блин. Аж сердце прихватило. Сердце. За печенью лучше смотри за своей. Алкашина. Все, до свидания. Тамара Игиловна, запрещенная в Российской Федерации. До свидания! До свидания! До свидания! Я завтра еще заеду, цветы полью! Вся семья блаженная. Ну сейчас точно можно на расслабоне уже. Здравствуйте!
Здравствуй, зятёк. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Ничего не делаешь, Николай? Почему это я ничего не делаю? Вот это, стираться собирался. В левую порошок, в среднюю ополаскиватель. А Наталья? А Наталья, она это, в аэропорт поехала уже. Ага. А моя? Тамара Игоревна заходила, сказала, завтра еще придет. Не придет. А что? Да я ее на дачу отправил. А к тебе заехал посмотреть, все ли у тебя тут нормально, проконтролировать, так сказать. А что меня это контролировать? У меня все нормально. Да не все нормально у тебя, Николай. А что? Стол-то пустой. Сергей Геннадьевич, ну просто, ну это, Наталья, она же, ну сейчас, если вдруг, то это... Спокойно. У меня в авиации связи, я договорился. Самолет на сутки задержат. Ну так... Так что у нас с тобой денька три есть как минимум. Тогда по полной программе, что ли, мы? Ну как-то. Это что такое, Николай? Сергей Геннадьевич, я вам сразу сказал, я пить не собираюсь. Так ты не собирайся, мне-то что предлагаешь? Я вам и не предлагаю. Так не предлагай, убери, откуда взял, вон, Наталья. Зая? А ты как здесь? Рейс на сутки задержали. Вот дебил, я же сказал, на обратном пути. Я не поняла, а ты что тут делаешь? Вот, пожалуйста, мама, бухать собрались. Спокойно, никто не собрался бухать. Это была тактическая проверка Николая. А, да? И он ее прошел успешно. А ты почему не на даче? Ну, потому что твой водитель-солдат за мной не приехал. А где он? Товарищ генерал-майор, все купил, сейчас на дачу. Вот дебил, я сказал, на обратном пути. Все купил ты, да? Николай. Тревога. Иди сюда, иди сюда, я сказал. Иди сюда. Иди сюда, сюда. Спокойно. Сюда, иди, я сказал. Спокойно. Иди сюда, я сказал. Иди ты сюда. Наталья. Наталья. Николай. Спасибо, спасибо. Моя любовь. Тамара Игоревна. А что в пакете? В пакете что сказал? Дай сюда пакет! Секретарши – это девушки, которые поступили, но иногда делают вид, что не поступили. Юленька, доброе утро. Доброе утро. Я у себя. Здравствуйте, Юля. Он у себя? У себя. Тогда я к нему. Если что, меня нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Он у себя? У себя. Но если что, его нет. Ага. Если что? Он не уточнил. А вы не если что? Нет, нет, что вы. Я абы кто. А, тогда его точно нет. Я понял. Ну, передайте, что я заходил. Хорошо. Он заходил. То есть он у себя? Нет. А кому вы передали? Им. А кому им? Тем, кто там. А там это где? Там, где его, если что, нет. А кто они? Типа вас. То есть типа я, типа у него? Нет, вы типа у меня, но типа у него. Я понял. Ну что ж, я подожду. Ты что ж ты такая? Это вам.
Ой, моя любимая шоколадка, прямоугольная. А он случайно не появился? А я сейчас посмотрю. Он появился. Так это не он. Как это не я? Это не вы. Это я? Он там. Да я здесь. Да я не к вам. Он к нему. Он ко мне. Да я уже был. Да это не вы. Да я это. Да я не к вам. Так, все. Я пошел к себе. А я иду к нему. А я к себе с вами. Да идите вы уже все. Тишина. Всех распределила. У него кто-то есть? Я в его личную жизнь не лезу. Я не про это. Можно к нему? Нет, у него кто-то есть. Кто? Какая-то Карина. Ну сейчас-то хоть понятно стало. Это Карина? Нет, это мужчина. Мужчина, вы Карина? Ты что, мужчина? Я мужчина. А кто тогда Карина? Мужчина, вы все? Да нет, он сказал к нему идти. Тут к вам. А меня нет. Его нет. Так вот же он. Это не он. А кто? Смотря кто вы. А я из налоговой. Тогда я точно не он. А, так вы из налоговой? Да, я из налоговой. Так идите к себе в налоговую, там и работайте. Работайте у себя, чего вы к нам-то ходите? А я? А вы кто? А я из АБЭПа. Шутка, шутка. Ой. Я Изабелла. Какая Изабелла? Никакая, а какое? Красная полусладкая. Хотите меня? Да хочет, конечно, хочет. Только у нее волосы секутся. Да это потому, что она толстая. Просто ей никто цветы не дарит. И старая. А, если ах ты, Русь моя, с Виталиком, ты хлебничная, завтра девушка. Что тут болтаете? Чего вы ходите туда-сюда? А что нам еще делать? Мы же тараканы. Какие тараканы? В твоей голове? И давно? Давно. У нас даже кабинеты свои есть. О, почему вы все в костюмах? Так праздник же, 8 марта. Поздравляю. 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 Любимая. Расходитесь по кабинетам, быстрее. Привет. Это тебе? Поедем в ресторан, у меня для тебя маленький сюрприз. Дорогие мужчины, никогда не оставляйте ваших дам наедине с их тараканами. Особенно 8 марта. Я жду тебя. Бегу. А нам что делать? Расходитесь по своим кабинетам и там сидите. Надолго? После свадьбы вылезете. Бегу! Uno, dos, tres, cuatro. Это не слова, это только песня про тебя и меня, и тебя, братва. Давайте, пацаны, вздрогнем. Бандитская стрелка! Тин! Тин!
Принёс. Показывай. Пробовать будешь? Конечно. Давай. Вкусно? Фу, какая гадость. И вкусно? Фу. Что такое? Нет. Look at me. Подожди, поговорим. Сюда подошли. Вы кто такие? Клоуны мы. Мы смешим? Смешим. Кого вы тут насмешить хотите? Кого мы хотим? Нас пригласили смешить людей. А? Кто вас пригласил? Кто нас пригласил? Сергей. Сергей? Какой Сергей? Какой Сергей вообще? Такой на синем крузаке подъехал и говорит: «Эй, клоуны, хотите заработать на дне рождения у Руслана?» Сергей на синем крузаке? Это же день рождения Руслана! Та-дам! Нет. Та-дам! А Сергей, знаете, на синем крузаке? На синем. Плешивый? Плешивый? Ну, как этот. Ну, то есть не плешивый? Нет, не плешивый, абсолютно. Никак. Не плешивый. Вот. А ну-ка пей. Мы на работе не пьем. А мы что, в цирке, что ли? В смысле? Ну, в смысле, где вы тут цирк увидели, клоуны? Тебя как звать? Бом. Как собаку? Какую собаку? Белый бом, черное ухо. Так ее же не бом. Когда? Когда собаку? Белый бом и черное ухо, причерное. Тебя как звать? Валера. С тобой разговаривать будем, местами поменять. Тич-тич-тич-тич-тич-тич. Валера. Слышь, у тебя ботинки сгибаются? А чё? Если тебя в них в гроб положить, крышка закроется? На морозе нет! Обратно поменять? Валить их надо, Степаныч. Да не, ну, ребят, ну не трогайте, зачем нас валить? Мы вам билеты в цирк достанем. Цирк, да. На тигра. На тигра. Уэх. А самого тигра можете достать? На сколько? На пол. В смысле? В смысле, шкуру тигра на пол. Шкуру тигра. Боже, а медведь подойдет? А? Подойдет. Да блин, где мы медведя-то возьмем вообще? Точно валить надо. Сдадут они нас. Да не сдадим. Вы что, ребят, мы не узнаем никого, мы не видели никого. Вы чего? Мы слепые же. Мы слепые. Мы же не видим ничего. Бом, ты где? Хорош. Кто здесь? Это чей такой удивительно незапоминающийся голос? Никому не двигаться, это полиция! Сюда подошли! Добро пожаловать! Тигра можете достать? Саечка за испуг, блядь! Работает! Работает! Не работает! Сломал! Сломала! Еще поем! Пока! Нахимыч, здорово!
Здорово, Степаныч. Здорово, Бух. Здорово, Степаныч. Ржавый подкидыш. Бом-бом-бом. Держимся. Степаныч, а это кто? Клоуны какие-то. Слышь, клоун. А. Тебя как зовут? Бом. Как собаку. Молодец. Какую собаку? Белый бом, черное ухо. Идиот! Да аккуратней ты. Его ж Бим звали. Идиот! Вы между собой решите, я что, я как скажете, я так и буду, мне все равно, я же... Вот они где! Здрасте! Привет! Ты кто такая? Заткнись! Вы что тут делаете? Слышь, тетя... И ты заткнись, плешивый! У меня здесь 35 детей. От 7 до 10 лет. Уже 2 часа ждут этих клоунов. А? Ага. Дождались. Да, Русланчик. Да, они в 3 домах от нас. Да, прибегайте. Пух! За мной! А? До свидания! Привет, детишки! Детишки, а за этой дверью 6 толстых покемонов! Во главе с плешивым Пикачу! Хотите их увидеть? А давайте сломаем дверь! Давай, есть! Что будем делать? Сидим, пьем, вспоминаем детские блатные песни. Комары-гурманы предпочитают людей с южных склонов французских Альп 1963 года рождения. Ай! Ай! Коля! А, это не я! Чё? Комар! А, и чё? Убей комара! Укусил меня. А, комара! Так, тихо. А всё, Натаха, ты, походу, убила его. Своей мощной харизмой. Все. Спокойной ночи. Спокойно. Коля. А? Летает, слышишь? Не убила, походу? Летает. Ну так, ну накройся вот так одеялом с головой, и никто тебя не укусит. Все, давай. Дышать я как буду, по-твоему? Под одеялом дышать, как? Ну что ты за человек? То, что я есть буду, то чем дышать. О, посреди ночи вот это все. На. Придумай что-то. О, тема какая, да? Папа умный. Коля, я проглотила его, походу. Блин, почему он именно ко мне залетел? Ну, я бы тоже к тебе залетел. Я тебя залечу сейчас. Все, все, все. Капец вообще. Ну так, получается, ты проиграла? Чего проиграла? Ты же обещал после 6 не есть. Шарпей мой укусил комара. Коля, а? Слышишь? Летает комар. Ну, убей комара. Слушай, ну вот я лежу, меня никто не кусает. Вот никто. Все, тебе надо, ты лови его. У меня все в порядке.
Это что такое? Это комар. Я тебе говорю, убей комара. Я думал, ты ткнула меня чем-то. Ага. Что за место? Где мы живем? Почему-то вот на Алтае нет комаров, никто никого не кусает. Ну, алтайцы, они, может, невкусные просто. Ты у меня прям буженина в кляре. Где он? Капец. Есть способ, кстати, один. Какой? Короче, нужно, чтобы он кого-то из нас укусил. Так. И тогда он набьется и не будет кусать. Логично? Ну да, давай камень, ножницы, бумага. Чё? Давай, приноси себя в жертву. Ну так, ну ты же хотела похудеть. Так, все, я пошла в ванну спать, там никаких комаров нет, я пошла, все. Подожди, ты что, хочешь разделиться? Он же высосет нас по одному. Спокойной ночи. Наташ. Убьешь, позвонишь. Ну погоди. Спокойной ночи. Ну ладно, что ты обиделась? О, ага. Не вздумай тапком по обоям по свежим. А я и не думал. Так, поверить не могу, что я это делаю. А. Николай? Тамара Игоревна? Что, настолько загадил квартиру, что потолок пылесосишь? А, да я ничего не пылесошу. Не пылесошишь. Я это, комаров ловлю. Топился до того, что чертей гоняешь по потолку, да? Я комаров ловлю. Ты тараканов у себя в голове поймай сначала все. Ладно, не важно. Где Наталья? В ванной спит. А ты что тут в кровати купаешься, что ли? Ладно, не лезу в ваши дела. Дай мне воды, у нас кулер сломался, я снотворное не могу запить. Вот, пожалуйста. Да. Любимой тёще не жалко. Ну, а сейчас порядок, усну. Ладно, все, пошла к себе. А, Тамара Игоревна, а как у вас дела? Ты со мной разговариваешь сейчас? Ну да, Тамара Игоревна, давайте поболтаем чуть-чуть, посидим. Какой поболтаем? Я снотворный выпил, я усну сейчас. Да просто вот по-семейному. Ну, просто вот, знаете, я вам хочу сказать, вот спасибо вам за дочь, за Наташку. Денег не дам. Я не про это, просто у нас как-то с вами не ладится. А вот я хотел сказать, что вот спасибо за дочь. Вот мы с Наташкой такая идеальная пара. Вот как вы с Сергеем Геннадьевичем, знаете, мы вот с вас пример берем. Вы просто идеальная пара. А как вы познакомились? Мне правда интересно. Ну, конечно. Ну, можешь же быть приятным человеком. Познакомились, да? Ну, и? Слушай, 25 лет назад познакомились. А вы не изменились прямо. Ой, да ладно. Да, 25. Я, короче, пошла на танцы. Мы на танцах познакомились. Так, так. Я пошла на танцы. А причем одна. У меня как раз было дежурство, потом два выходных. У меня подружка заболела, я одна пришла. Ну, представляешь, ну что, одна в чужом городе стою. И тут Сергей. Ага. А он уже третий курс, он уже сержант. Ага. У него фигура, это у него сейчас пузяк, а раньше он был... Но это как 25 лет назад. Ну, и чё? Ну, и вот. Ну, и вот он говорит, а разрешите вас пригласить? Так. И чё? Ну, я говорю, ну, разрешаю. А он, значит, мы танцевали. И чё? А потом он говорит, а можно я вас провожу? А? Я говорю, провожайте, мы пошли. И? А я говорю, а руки убери, говорю. А руки, говорю, убери. А он это, не убрал. Вот откуда эти звуки по ночам, а я думал, это трубы. Ну-ка, цып-цып-цып-цып-цып-цып. Давайте, кровопийцы у кровопийцы.
Николай, а ты что творишь-то? Сергей Геннадьевич, здрасте. А вот Тамара Игоревна зашла, представляете, выпила снотворного, закимарила, а я тут комаров от нее отгоняю. Они что-то на нее так садятся, видимо, любят ее, непонятно за что. В смысле, за что-то явно. Так в том-то и дело. Ты приманку-то верни, меня там заели. Сергей Геннадьевич, буквально два комара осталось. Может, мы и поймаем, и я... Давай. Все-таки тоже же дочь тут пошел. Давайте. Вон, смотрите какой. А вон, вон. Здоровый какой. Ух ты. А вдруг это малярия? Хоть бы, хоть бы. Вообще. Вы что тут на маму комаров ловите, что ли? Николай. А? Теща открыла второй фронт. Вспышка слева. Петь про пару, которая уже давно вместе живет, и они давно знают друг друга. Значит, голос мужа Сергей, голос жены я. Черный бархат ночи нам зашторил окно. Город в сонную тишь погрузился давно. Засыпаю и я, и ты рядом, малыш. Тишину потревожила тихая. Ты спишь? Ну, конечно, не сплю. Ну, конечно, не сплю. Блин, какой я лопух. Я сказал это вслух. Ну, а раз ты не спишь, давно хочу я сказать. Я смотрю на тебя и не в силах молчать. От твоей красоты мое сердце тытыщ. И хочу я сказать, можно выдавить прыщ? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, прошу тебя. Нет. Не быстро. Нет. Это не больно. Нет. На работу так пойдешь? Да. У тебя же совещание. Нет. Ну, ходи как урод. Ну и ладно. Черный бархат ночи и в зените луна. В доме рядом погасли три последних окна. Я во сне у пруда, лодка спиннинг мормыш. На крючке окунек говорит мне: ты спишь? Ты спишь? Ты спишь? Спишь или нет? Спишь? Спишь, говорю? Спишь? Уже нет. Ну, слушай, раз не спишь. Ты мне, помню, сказал, лишних денег не трать. Я стараюсь почти кредиты не брать. Ведь ты работаешь сутками, как терминатор. Может, купим на кухню капучинатор? Что? Капучинатор. Что? Капучинатор. Пучиканатор? Капучинатор. Ну, ты же себе покупаешь амортизатор. Купи мне капучинатор. Ну, я-то знаю, что такое амортизатор. А вот не знаю, что такое капучинатор. Ты что, не знаешь? Дурачина. Он чтоб делать капучино. В эту ночь я узнал, сколько стоят шпицы. И какого объема для прививок шприцы. Сколько сумок у Светки и сколько мужей. И почему моя мама боится ежей. Что такое шугаринг? Тебе стоит сходить. Что у Артемиды 14 тить. Если феном дуть в рот, то будет смешно. В 5 утра я уснул на слове «жабо».
уже близок рассвет. Птицы начали трель, в сон тебя погрузила наша постель. Мой родной, ты так мило в подушку сопишь, самое время выдавить прыщ. Спасибо! Спасибо, друзья! Если выпускник ни бе, ни ме, ни кукареку, на ветеринара ему лучше не поступать. Так, дети, перекличка окончена. Приступим к проверке домашнего задания. Кто готов? Нина Степановна, я готов. Давай, Алёша. Я готов признаться, я не готов. Ладно бы делал и не смог, а я вообще не делал. Плевать мне на ваш предмет с высокой колокольни, Нина Степановна! Алёша, это потому что ты ходишь в театральную студию? Это никак не связано! Я туда не хожу! Не верю. Хожу. Так, дети, пишем сочинение «Как я провел лето». Да разве бумага сможет передать все эмоции, которые я испытал за только 1 июня? Пишем, пишем, Алёша. Что, все уже? Да, написал уже. Нормально. Что нормально? Нормально провел. Что нормально провел? Лето. Ну так и напиши, и будет нормально. И так нормально. Поразвернуть ей напиши. Пишем, пишем, пишем. Петя! Петя! Петр! Дай списать! Только незаметно! Сам пиши. Что ж ты режешь без ножа, пилишь без пилы, ешь без зе? Ешь безе, пожалуйста. Не хочу этого безе, на, списывай. Спасибо тебе, Петр. Так, Петя, Алёша, я все слышу. Родители мне в школу. Эх, Петр, подставил ты меня, а я ведь тебя безе кормил. Кусаешь руки, которые тебя безе кормят. Это я тебе это безе дал, что ты говоришь-то? Алёша, что ты там устраиваешь? Я? Я ничего не устраиваю. Это вы сами все устроили. Школу построили, классы набрали, а я всего лишь пешка в вашей игре. Вы говорите, у меня дефицит внимания. Это все вранье. Аплодисменты мне! Это мне! Мне аплодисменты! Аплодисменты, друзья! Аплодисменты! Я пришел за сыном, за кровинушкой моей! Где мой сынок? Где мой актерище Нина Степановна? Валентин Петрович, здравствуйте. Петя, за тобой отец пришел. Привет, пап. Здравствуй, сынок! Я так тосковал по тебе. Но прочь тоска, прочь. Как дела в театральном кружке, сынок? Нормально. Меня отчислили. Не расстраивайся, не расстраивайся. На, поешь безе. Я не хочу безе. Я не люблю безе, па. Что? Что я слышу? Я никогда таким не был. В кого ты такой? Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Петров, за тобой отец пришел.
Отец! За мной пришел мой папа! Я так тосковал по тебе! Ура! 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 Здорово, сосед! Здравствуй, сосед! Здравствуй, Алёша. Здравствуй, отец! Здравствуйте, дядя Коля, сосед наш! Здравствуй, соседский сын! Люблю тебя, как своего! Дядя Коля! Соседский сын! Здрасте, дядя Сергей. Здравствуй, Петя, сын соседа. Мама вам привет передавала. Святая женщина. Что? Я слышал, что моя жена передает привет соседу? Не смейте трогать моего отца, дядя Коля! Вон бесталанный щенок! Дуэль! Повержен на дуэли я! Сын, отмсти за мя! Как скажешь. Мне больно! Ах, боль моя! Моя лишь боль! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, парты и окна, и портреты! Здравствуй, любимый! Здравствуй, сынок! Привет, мам! Как дела в театральном кружке? Его! Выгнали? Это потому, что ты не кушаешь безе, которое я тебе готовлю. Я не люблю безе. Я ненавижу безе. Я все безе вон Лехе отдаю всегда. Так это они из-за безе такие? Я все понял. Я же до свадьбы нормальным был. Вернее, до первого безе. Что ты подкладываешь в безе? Ничего. Совсем ничего! Совсем ничего, кроме кориандра! Но ты никогда не покупаешь кориандр! А зачем кориандр, если есть пищевая добавка Е-123 со вкусом кориандра? Куда? Куда катится наш мир? Мы перестали смотреть состав еды. Лучше теща, тем дальше она живет. Натах! Натах, выбирай, под что засыпать будешь. Короче, есть триллер, есть ужастик, есть фантастика, ужас и триллер. Слышишь, нет? Нет. Тогда триллер. Так. Кто это там на ночь глядя? Наташ! Заходите. А, Сергей Геннадьевич. Здорово, Коль. Здрасте. А вы что так поздно? Раньше не мог. Наталья где? В душ пошла. Я тоже ждал, когда Тамара пойдет. Ага. Короче, задание к тебе специальное. Так. Спрячешь. Пусть пока у тебя полежит. Это что, сюрприз для Тамары Игоревны? Сюрприз будет, если она найдет. Это эхолот для рыбалки. А что его прятать? Скажите, купили эхолот для рыбалки? Эхолот для рыбалки? За 57 тысяч? Как две теплицы из поликарбоната? О, это залет. Может, не надо у меня прятать тогда? Да не дрейф ты. Ты что? Я через пару дней заберу. Скажу, что мне в штабе ребята подарили. Угу. А если Наталья найдет? Если Наталья найдет, скажет, что это автополив для теплицы.
будущий. Что-то, по-моему, больше на какой-то, гляньте, этот очиститель воздуха с ионизацией похоже. Какой очиститель? Видишь, рыба нарисована. Ага, ну да, рыба, она же с водой связана. Точно, автополив. Ну, естественно. Ну что, давай. Так. Вот так. Что нашел? А, что нашел? Я ничего не прятал. Под что спать будем, нашел? А, да-да-да-да-да-да-да. Триллер будем, короче. Все, ну так, смотри. Сейчас твоя колыбельная начнется. Вообще не понимаю, как по триллеру люди могут засыпать. Так это ты засыпаешь, я-то смотрю. Давай, включай свою муть уже. Давай, погнали. Я смотрю, смотрю. Да ты туда смотри. Куда? О! Ты что, мама, что ли? Хоть бы нет. Она что, во сне ходит? Что, разбудить? Ты что, нельзя? Лунатиков, если резко будить их потом, вообще с ума сходят. Ну твою-то что, уже не раз будили? Встань. Ты что, это не шутки. Ну что, все делаем, видишь, что спим, да? Ну, давай. Да, она сейчас тихонечко метлу найдет свою и улетит. Хватит лежать, Ленин. Наташ, что делать? Надевать штаны и бегать. Ну что ты, мы думали, ты во сне ходишь. Не хватало еще мне к вам во сне ходить, ага. Я вообще, что ли, не отдыхать тогда? А что вы-то приперлись, шаритесь тут у нас везде? Где ордер на обыск? Слышь, мне не надо ордер никакой, потому что это не обыск. Это шмон, ты понял? Говори, Игорь, быстро говори, где это? Чё это-то? Вы говорите конкретней. Если бы я знала, что, я сама бы нашла. Говори быстро. Куда ты спрятал то, что он тебе дал? Да кто дал? Подельничек твой. Говори, говорю. Говори, давай, не бойся, он уже все рассказал, раскололся. Раскололся? Наташ, ты бы сходила, отца проверила. Может, там хотя бы паяльник выключить, я не знаю. Смешно тебе, да. Мам, да что происходит-то? Что происходит? Эти два аферюги, вот этот и папашка твой, что-то спрятали тут у вас? Ты откуда знаешь это? Случайно узнала. Я из душа такая выхожу, этот уже дрыхнет такой, на кровати там развалился. Слюну опять всю подушку извозюкал такой, расплескал вот такой. Ну и бормочет что-то во сне там. Николай, пускай у тебя пока полежит, спрячь. Да ему приснилось. Конечно, мама, он просто во сне. Ну в том-то и дело, что во сне-то он мне не врет никогда. Он же тогда во сне сказал, что от билетов-то на балет отказался. Наяву-то, что он говорил, потерял. Балет-то, конечно, святотатство. Еще небось тот ваш любимый, где с саблями прыгают вот этот. Знаешь, эстет, ага. Говори, говорю, где это? И что это? Да я не знаю, Тамара Игоревна, что он мне там во сне передал? Мы с ним не виделись, я же не спал еще. Не скажешь, да? А-а. Не скажешь, да? Только не по лицу. Ладно, сама найду. Так. Ну тут, как обычно, ничего, кроме лужи. В какой лужи? Так, Наташ, ты со мной? Да. Значит так, чтобы поймать преступника, надо что? Надо думать как преступник. Угу. Так, предположим, я толстый, вечно голодный, тупой пятиклассник. Хочу что-то спрятать от мамы. Куда я это могу положить? Под кровать. Под кровать! Так банально вообще. Вы бы хоть постарались, подумали, психологи, блин. Наташ... Посмотри под кроватью. Что, Наташа? Я сижу. Я сама посмотрю. Тамара Игоревна, у вас же спина больная. Потому что ты на шее сидишь уже сколько лет. Дерьмо.
Обуза. Грыжа. О, что там такое? Что там? Оскар за твою отличную актерскую игру там. Опа! Вы что его достали? Я уже забыл про него. Он там должен же стоять. Что это? Да это этот, этот, как его? Ну выдумывай быстрее, давай. Что ты мычишь-то? Блин, ну забыл слово, Наташа. Это, очиститель с ионизатором, вот. Воздух чистит он там стоит. А почему он в коробке? Чтоб тебя не засосало, вонючка. Да он и должен стоять в коробке, вон написано же. Что тут написано? Тут иероглифы одни. Давайте я прочитаю вам. Чудо, я просто так дома сижу. Я вообще-то китайский учу. Нихао. Вот тут все написано белым по черному. Значит, очиститель с ионизатором. Вот, из коробки не доставать. Вот. Не доставать. А рыба почему? Зачем тут рыба нарисована? А рыба. Давайте посмотрим, что пишут про рыбу. А, вот, при запахе рыбы достать из коробки. У нас же рыбой не пахнет, как бы, ну. Поэтому, да поставьте его обратно, это самое. Спина нормальная еще? Коль, а ты где это взял? А это же эти, рекламщики принесли. Ну, которые приносят. Говорят, типа, месяц можно попользоваться, и если не понравилось, вернуть. Надо вернуть, по-моему, фигня бесполезная вообще. Бесполезная какая. Фигня, да ты тут. Давай уберем уже, час ночи, но правда, сил уже нет никаких. Спать охота. Тамара, а ты здесь, что ли? Я проснулся, тебя нет, думал, ты с кровати упал опять. И покатилась там, не знаю. В преисподнюю. А ты что? Автополив нашла, что ли? Какой автополив? Ну вот этот. Я тебе сюрприз готовил на Новый год. Не получится сюрприз никакого. Так это автополив. Конечно, автополив. Вот, по-китайски даже написано, видишь? Автополив для тепли цинь. Цинь. А ты что, тоже по-китайски читаешь, да? А что значит тоже? А вот Николай тоже читает. Ну, почитывает так по-китайски. Только он это как ионизатор перевел, очиститель. А, так это, посмотри, этим рекламщикам никакой веры, а? Ой. Представляешь, Натаха, хотели нам в качестве ионизатора втюхать автополив для теплицы. Вот слава богу, Сергей Геннадьевич лучше, чем я по-китайски-то читает. Угу. А, за что? Пока аванс. Так, Сереж. Прежде чем ты хоть слово сейчас еще скажешь, я тебя предупреждаю. Чистосердечное признание смягчает наказание. Хорошо, Тамара. Правда так правда. Этот автополив для теплицы, он больше эхолот для рыбалки. Насколько больше? На 100%. На 100%. Понятно. И мне его... Послезавтра должны были подарить ребята в штабе. А чтобы это было сюрпризом, они принесли Николаю и попросили, чтобы он спрятал. А, так это не рекламщики были. А я думаю, что они в военной форме-то? Ну, сейчас сложился пазл, что понятно. Ты холод свой закрой. С тобой потом что поговорим. Сережа, чек где на эту хрень? Чек? Да, да, чек. В коробке, наверное. Николай. Ау. Ешь чек! Понял? Иди сюда, быстро! Тамара Игоревна! Иди сюда, быстро! Спокойно, это всего лишь эхолот! Это всего лишь эхолот! Спокойно! Обходи его, обходи! Обходи! Все, все, все! Спасибо, что приходите на наши мини-спектакли! Мам, я тебя прошу! Здравствуйте, мы с Дмитрием решили спеть песню сегодня, потому что мы редко поем песни, и поэтому мы редко сейчас ее и споем.
Да, мы пишем много песен, но помним мало. Старенькие. Ну, смотря кто, я вообще бодрячок. А зачем тогда тебе слова? Не нужны. Давай, попробуй, без слов. Не-не-не-не, оставь. Ну что ж, песня про семейную пару. На сей раз Дмитрий исполнит роль мужскую партию, а я женскую партию исполню роль. Итак, песня семейная. Муженек мой дорогой, поговорить хочу с тобой. У нас семья большая, к тому же две собаки, а вот денег у нас в семье будто кот наплакал. Знаешь что, родная, прежде чем ругаться в смысле твоих слов, давай-ка разбираться. Давай. Допустим, есть кот, допустим, он плакса, допустим, его обидела соседская такса. И снова допустим, что он плачет деньгами. Я бы унижал его днями и ночами. Говорил бы ему, что он стрёмный и что он не наш кот, а приемный. Но коты, к сожалению, не плачут. Поэтому вырази свою мысль иначе. Муженек мой дорогой, есть вопрос к тебе большой. Ты только и делаешь, что на диване лежишь, а у нас в холодильнике повесилась мышь. Допустим, есть мышь, у которой не все в жизни гладко. Вот с петлей в руках она лезет на шоколадку. Или, допустим, вместо табуретки она выбила из-под себя конфетку. Но вот что я в толк никак не возьму, как мышь себе связала петлю. Допустим, есть мышиные курсы вязания узлов, но даже я это обсуждать не готов. Муженек мой дорогой, у меня вопрос другой. Не могу я что-то никак понять. Тебе что, нравится сидеть и мне мозг взрывать? Допустим, есть мозг. Его нужно взорвать, чтоб строительство торгового развлекательного мозга начать. И лезут вновь саперы, а в уши минеры раскладывают мины с надписью от Димы. И чтобы не убило меня мозговзрывной волной, ты рот свой поплотнее, любимая, закрой. Дорогая моя жена, я считаю, что ты не права. Непонятен мне твой обидный упрек, ведь домой прихожу я без задних ног. Допустим, есть ноги. Блин, все. Допустим, есть зад. Все, хватит. Из него у тебя растут первые ноги. Ну и что дальше? Но оттуда не могут расти еще и задние. Почему? Потому что оттуда у тебя еще руки растут. Все, остановись. Че, обиделся? На обиженных воду возят. Так. Допустим, есть вода. Допустим, есть обиженные. Все, хватит. Допустим, обиженные. По кайфу петь вместе. Мы очень и плохо станцевали танец. Да можно еще раз его сделать? Да хорош. Допустим, есть вода. Ой, все. Допустим, есть обиженные. Началось. Допустим, обиженные. В воду залезают.